Привет, ребята, вы на канале Павел Бородин, с вами Настя. Тут я гуляю со своей собакой Джесси. Мальтийская болонка, мини-порода. Это уже около 11 вечера мы гуляем, потому что с утра мы гуляли, уезжали по делам. Тут у нас вечер, фонари. Вы думаете, почему так освещают? Да потому что у нас долбанные фонари, их мало, их штук 10. Всего у нас в микрорайоне в нашем, а дальше их только ставят. Сейчас вот мы гуляем, идем домой. Тыща. Это мы в Белгороде. Живем мы в Белгороде. Номер телефона я не скажу. Дом я свой покажу. Ну, кто знает закрытый микрорайон, кто в Белгороде. Закрытый микрорайон Улитка, Лимон. Вот в этом микрорайоне я живу. Дом я покажу. Ну, не буду показывать квартиру какую. Ладно, квартиру я покажу. Вот мой последний. Вон там мой дом. Вот фонарь и за фонарем. Вот этот дом вот рядом. Там где вот видите, вот этот. И рядом дом. Я живу я на втором этаже. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Пес, домой, 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 домой. Собаку я уже без поводка. Вот моя рука. Вот вторую я снимаю. Потому что моя собака более умная. Тут живет еще одна собака. Сейчас. Алтай. Там дальше пошли. Пошли. Пошли, пошли. Алтая нету. Собака спит. Все псы спят, все коты спят. У меня еще есть кот. Кто знает, кто смотрел мой прошлый ролик, где-то я снимала 2 месяца назад. Или 4 месяца назад, я уже не помню. Вот мы уже доходим, сейчас мы зайдем. И все, и будем мы прощаться с вами, ребята. Давайте мы наберем где-то около 6 или 5 просмотров. Я завтра выложу еще один видосик. Тут темно, потому что тут у нас освещения нету. Вот освещение начинается сейчас. Вот видите, тут немного это окно. Тут моя рука. Вот освещение сработало. Вот собака. Вот моя белая собака. Сейчас мы заходим в подъезд. Так, мы заходим в подъезд. Вот собака, вот подъезд.